Три человека пострадали в результате вооруженного нападения в лондонском метро. Неизвестный мужчина в маске на станции Лейтон-Стоун с мачете в руках набросился на проходивших мимо людей. По словам свидетелей, перед атакой он выкрикнул «это за Сирию». Преступник серьезно ранил одного человека, нанеся ему удар в шею. Еще двое получили травмы средней тяжести. Преступника при помощи электрошокера обезвредили и задержали прибывшие полицейские. Власти расценивают случившееся как теракт. В связи с происшествием Скотланд-Ярд призвал граждан быть крайне бдительными. На этой неделе парламент страны одобрил военное участие королевских ВВС в военной операции в Сирии.